Даруйте мне беспечность и смирение. Даруй ты мне терпение вновь и вновь. Спокойный сон, супруге уверение. Семействе мне и к ближнему любовь. Incredible honor to welcome you all to the Pushkin Festival of Russian Culture in Ireland. Мне была такая возможность прикоснуться к образу Марии Николаевны Волконской. И тогда кинорежиссер мне рассказал одну историю, что молодой Пушкин ухитрился подарить незамужней Машеньке Раевской свое кольцо. Что было невероятно по тому времени, потому что это сейчас можно что угодно дарить незамужним девушкам, они с удовольствием это примут. Но в дворянском обществе это считалось моветон. Поэтому он ухитрился это сделать на игре. Увы, мой гений так мало совершил возвышенных творений. Я скоро весь умру. Но тень мою любя, храните рукопись у други для себя. Когда гроза пройдет, толпою суеверной, избирайтесь иногда читать мой свиток верный. И долго слушая, скажите, это он. Вот речь его. А я... Забыв могильный сон, взойду невидимо и сяду между вами и сам заслушаюсь, и вашими слезами упьюсь, и, может быть, утешен буду я любовью. In 1986, the year of a great commemoration of Pushkin, at the home of my grandmother, Zia Verna, in England, I witnessed an incredible thing. For 3 days and three nights, Pushkin brought together people from the Soviet embassy of that time, from the white émigré of that time, people from so many different backgrounds and ideologies. And I saw something happen in the name of Pushkin that hadn't happened for the 70 years previous in the forms of diplomacy. We were separated, we were completely apart. But Pushkin welded us all together from so many different backgrounds. And I realized that actually the great artist speaks for the universal. He speaks for what is where we are human in our deepest hearts, what connects us in our deepest hearts. Я являюсь бывшим послом Финляндии в Москве. Я должен сказать, что вопрос дружбы Ирландии и России – это что-то очень важное для меня. Я всецело верю в данную дружбу. Ирландская душа и русская душа похожи.